Команда «КамАЗ-Мастер» назвала пилотов, которые примут участие в ралли «Дакар-2021». Как сообщает пресс-служба команды, в настоящее время процесс подготовки к ралли вступил в завершающую стадию. 1 и 2 декабря во французском Марселе пройдут первичные технические проверки и погрузка на паром для отправки техники участников гонки на Аравийский полуостров. 43-й по счету «Дакар» стартует 3 января. С побережья Красного моря из Джиды. 9 января участников день отдыха в Хаиле. И, наконец, после огромной петли через Аравийские пустыни, караван гонки вернется к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в точке старта. КамАЗ-Мастер выставит на гонку 4 спортивных грузовика КамАЗ-43-509. Пока утверждены только пилоты. Представлять Россию в грузовом зачете будут экипажи действующего чемпиона Дакара Андрея Каргинова, победителя «Шелкового пути» 2019 Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Как известно, ежегодно в порядке ротации гонку пропускает один из 5 пилотов команды. На этот раз решением руководства определено, что в гонке не будет участвовать экипаж Эдуарда Николаева. На нынешнем «Дакаре» он будет ассистировать руководителю команды Владимиру Чагину в решении организационных и технических задач.